Всем привет-привет, с вами Флешка, и это Женские игры, и мы продолжаем развлекаться на сборочке Горизонта Грегтеха. И я воспользовалась подсказкой зала, как говорится. Мне тут заспойлерили страничку книжки, которая, видимо, светилась уже в Дискорде Дримастера. Значит, да и далеко ходить не надо. Нет, надо. Да, то, что засветили, это хорошо. Просто на тех заданиях, которые закрыты, видно, что туда требуется. И требуется там вот этот уголочек. То есть, по сути, да, нам нужны вот эти пластинки, которые меня напугали. Какие-то там пластиково, что-то обмазанные. Но пока что не вот этот раздел. Так что мы его откладываем. 78 гидрогена пока что отложим в долгий ящик. И займемся этой веточкой. Но оно как бы с пластика делается. Это логично, что это продолжение вот этой пластиковой темы. Я не знаю, почему я ее не закрыла. Видимо, потому что она обновилась и как-то для меня была непривычной. Кстати, вот эти все штуки тоже надо будет сделать. Итак. Сами пластины пластиковые... Пластины пластика. Basic Fluid Solidifier. А у меня какой? У меня же Basic. Basic Fluid Solidifier. Чё не засчитано? Detect. Отлично. На задание меньше. Давайте поставим его на место. Он все равно тут не коннектится или коннектится? А как я сделала так, что он не коннектится? Что-то я не помню, честно говоря. Я не помню, как я так сделала, чтобы он не коннектился, и меня уже начинает это пугать. А может, он все-таки коннектится? Короче, поживем, увидим. Если рванет, значит законнектился. Хорошо, с этим заданием разобрались. Предлагают сумочку третьего тира, пустые селы. И... Главное, что монетки дают. Давайте заберем сумочку и монетки. Это мы тоже делали, за это даже забрали награду. Вот, 91 баночка оксигена. Что у нас с оксигеном происходит? Ой, сразу звук как-то поменялся. У нас уже 84. 86. Ну, я уже очень близка к цели. Возможно, у меня оксиген еще где-то валяется. Я точно знаю, что у меня вот здесь есть оксиген. Его только вылить надо в что-то. Было бы во что. Было бы во что. Я знаю, что у меня где-то есть еще один fluid tank. Но я не помню, куда я его положила, честно говоря. Это вот... Это мой бич. Я постоянно забываю... Он танк же называется, да? Танк. Нет. Нет. Я его точно делала на стриме, но, видимо, я его куда-то приткнула, присобачила. Я не знаю. Я могу. Могу, люблю и практикую. У меня еще и такое есть. Ну, как бы это не важно, потому что мне только надо, чтобы оно вылилось, и я потом капсулой забрала это все. Лак. Все, потек, 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 потек. Это у меня не пустые селы. Где у меня пустые селы? Где мои пустые селы? А я вообще простыми смогу это сделать? Наверное, что да. Наверное, что да. Где мои empty селы? И сейчас мы сделаем побольше. Это же оксигенчик, да? Оно пилимкнет, вот. Оно пилимкнуло. Да и, в принципе, до конца заберем. Он нам пригодится. Мы его, если что, в бластухе используем. Собственно, как я всегда и делаю. Так, с этим разобрались. В общем, нам подсказали про лимонеты, собственно, как я и делала. И вот, что я тут делала? Я тут рубинчик электролизила. Машинка One Love, честное слово. Больше всего ее люблю. И мне предлагают опять всякого. Закроем эту тему. Пойдем в эту сторону. И вот здесь начинается оба... Как же это называется? Протравливание сплат?
Я не сильна в этом, но кажется, да. Нам нужна кислота, чтобы их протравливать. Вот, и мы будем использовать для этого серную кислоту. Сульфур — это же сера, правда? Ну, и нам для этого понадобится содиум и сера. Что-то у меня есть в избытке. Просит, конечно, по одной штучке. И еще что-то просит. И 4 капсулы оксигена. Хорошо. Теперь это все надо превратить в содиум персульфат. Какие страшные слова! Для меня это слишком страшно. Стрёчное. Содиум персульфат мы делаем вот из этого. Вот. В химическом реакторе. Вот. В химическом реакторе. У меня есть... Там химический реактор, где-то здесь есть химический реактор. Ты химический? Нет, ты не химический. Вот, у меня есть химический реактор. Я вот так вот сделаю. Заберу вот это отсюда. А, я даже неправильно сделала. Потому что я не залью. Сюда пойдет вот это... А 2 оксиген селы я вроде бы так не вылью в него. Они должны быть универсальными. Я не могу вылить просто эту селу. Могу. О. Я могу это впихнуть в универсальное. Я не знаю, надо ли. Давайте по одной перенесем. И куда он это выльет? У меня есть еще один тэнк. Но он никуда не выльет, а потом мы принесем тэнк. Так. Мы даже вот этот можем перенести. И почему ничего не происходит? Потому что я мало положила. Надо... 4. 4. Хорошо, хорошо, хорошо. Вылить еще 2. Надо взять еще больше этих... универсальный. А что так тихо-то стало? Я прям даже испугалась. И вот я теперь могу взять этот танк. Взять танк в ручки. Вот так вот. И поставить его сверху. Ключиком шмякнуть. И сказать, что ты fluid output. Ой, что ты такой медленный-то? Ой, ты какой медленный. Зато у меня тут, видите, лимонитиков уже фигово туча наделалась. И что у меня здесь происходит? У меня здесь происходит гидроген. Медленно и очень уныло у меня здесь происходит гидроген, я вам скажу. Надо желтеньких лимонитов туда закинуть, но потом их промоем. Или сейчас. И что же у нас в результате? У нас в результате 6. 6 ячеечек. В какой? В каких ячейках? В самых обычных ты желаешь их видеть. Пора бы привыкнуть, что он универсальные в заданиях не любит. Он. Книжка. Мод. Как скажете. Мы сделали содиум персульфат. Предлагают немножечко оксигена и айрон хлорида предлагают. Знаете, я возьму айрон хлорид. Как бы странно это ни звучало. Что-то почему-то моя душенька к этому склоняется. Итак, мне предлагают взять вот этот полиэтилен. И вот это все. Но я не знаю, как делать пластик циркуит-борды. И как-то это все смешать. Но я еще не в курсе, как это делать. Давайте сделаем вот это. Мне кажется, что это важная вещь. Наверное. Хотя я это уже получила. Но мы это все равно сделаем, чтобы запомнить, как это делается. Окей? Потому что я все равно не запомню. Мне нужен гидроген. Это у меня есть. Мне нужен хлорин. Хлорин. Что это? Я только хлорку знаю. Просто хлорин. Хлорамин. Хлорин. Ей. К
Как ты делаешься? Можно наэлектролизить соли? Опять-таки соли. Значит, у меня есть хлорин. Я его электролизила. Электролизила. Не электролизите. Вот, я помню, вы мне говорили, не уничтожай флешка хлорин. Он тебе пригодится. И вы были еще флуорин. Нет, вы про флуорин говорили. Ну, все равно. Ну, в общем, побочки не надо уничтожать. Хорошо, с этим понятно. Дальше мне предлагают 6 железа. И железо у меня есть. Хорошо. Посмотрим. Так, у меня мания преследования. Сейчас день, ночь. Что сейчас? День. Хорошо. Пчелки. Я про пчелок забыла. Черт. Смотрим на жижу. Гидрохлорик. Гидрохлорическая какая-то кислота. Я взрослый человек. Я сижу 2 часа ночи и ищу гидрохлорическую. Ой, все. Грег, что ты со мной творишь? Хлорик. Вот, это она. Это точно она. И она делается из хлорина в химическом реакторе с добавлением воды. У меня хлорина сколько? Ну, давайте возьмем, сделаем 10. 10, да? Задание сколько просит? Задание просят 3. Значит, скорее всего, оно должно быть кратным 3. Значит, мы возьмем не 10, а 12. Берем кратное 12. Возвращаемся к нашей чудо-машинке. Кратным 12, так? Дальше нам нужна микросхемка на 11. У меня где-то была на 11 микросхемка. Это 1. 10. 3. Где моя микросхемка на 11? Пропила. Нет, я знаю, куда я их всех дела. Я тогда усердно занималась микроменеджментом и переставляла вот эти все... Отвертка была со мной. Переставляла все эти схемки, убирала их на крафт и вот поплатилась. Давайте очистим одну. Я запомнила положение. Вот, 11. Возвращаемся сюда. И как-то так. А, и сюда еще нужна вода. Вода, хорошо. Лучше универсальными селами это сделать. Возможно, у меня даже есть вода в универсальных селах. Так, посмотрим на крафт. На... Каждых 2 нужна 1 капсула воды. То есть в общей сложности мне надо 6 капсул воды. Смотрите. В универсальных целых 6. Сейчас, без проблем. Просто на 1-2. Только надо снять отсюда тэнк. Перевернуть машинку, потому что оно просто туда не влезет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Такое впечатление, что оно очень быстро делается. Оно практически мгновенно делается, ребята. Мне это нравится. Вот такие прям крафты я, ух, как люблю. Мы вот так вот сделаем, выльем это сюда. У нас какой-то разбавленная кислота получилась. Вот Ну, вы поняли, какая? Если не поняли, разворачивайте видео на весь экран и читайте, что написано вот в этом вейле. И я получила капсулки. Даже те, что надо. Эй! А что ж билинкнуло? Вот, билинкнуло, спасибо. А здесь? А почему? Гидрохлорик acid cell. Это не та кислота. Гидрохлорик acid cell.
Ее просто через... Я могу через... Этот? Прогнать ее, нет? Смотрите, можно вот так вот? Из гидрогена через тоже 11-ю конфигурацию. Ну, давайте. Или ты еще там что-то просишь? Нет, вот, химический реактор. А, и требуется хлорин. Ну, теперь у меня хлорина вот только вот так вот. Хорошо, раз, два, три. Надо посмотреть, откуда его можно еще взять. И хлорина так залить не смогу. Мне его надо сначала в универсальное перелить. Где-то у меня тут должны быть универсальные. Раз, два, три. Раз, два, три. А сколько меня просили их? Меня просили три, слава богу. Вот. Это оно? Гидрохлороуз. Ой, все. Мне кажется, что с этой можно еще вытащить то, что нам надо. Не может быть так просто. Оксиген, хлорин, гидроген. Можно обратно все вернуть. И, скорее всего, можно сделать то, что нам надо. Или, скорее всего, вернуть обратно и получить то, что мы вложили. Вот так вот. Она сейчас разложит и вернет все, что мы туда вложили. Это тоже как вариант? Почему нет? Или я теряю? Я, наверное, теряю что-то? Или не теряю? Итак, это мы сделали. И дальше нам предлагают тут делать вот эти... вот эту жижу черную. Iron хлорид. Чисто ради интереса. Посмотрим, как она делается. Я прощелкала. В хомическом реакторе. Вот это хлоридная кислота, да? Плюс железо. И все это смешивается. И делается достаточно быстро. Окей, окей. Это мы сделали. В награду empty cell не буду брать. Смысла нет. Возьмем вот это. И мне кажется, я уже готова. Да, я готова? Потому что это ветка для полиэтилена, а вот это уже. Хорошо, смотрим. Что нам надо? Нам нужны полиэтиленовые листики. Прям целая серия будет. Идем к полиэтиленовым этим. У меня есть полиэтиленовые листики. Давайте возьмем штучек 16. Это я, конечно, разогналась. Но вы меня знаете. Держать себя в руках я не умею. Теперь нужна копперфойл. Насколько я знаю, ее надо как-то прокатать. У меня сейчас... Нет, случайно. У меня есть бронзфойл. У меня даже есть бронзовая, но нету копер. Хорошо. Мне кажется, что это надо сделать пластинку сначала, а потом пластинку еще раз. Но я проверю. Фойл. Фойл. Да... Я могу это... Да, мне сначала нужна пластинка, а потом пластинку еще раз. А потом еще раз. И еще раз. С какой конфигурацией? С какой конфигурацией? Единичка. Пластинка, кажется, тоже с единичкой делается. Поэтому мы переконфигурируем нашу вот эту красотку. А троечку оставим. Мы с вами еще вот эти сжатые пластиночки будем делать. Так, и единичка. И еще немножко. Ух! Красота какая! Замечательно. Мне надо было 6, я сделала 12. И это прекрасно. И теперь
Пластик циркуит борт. Вот это будет самое интересное, потому что такого я еще не делала. Пластик циркуит борт. Вот эта радость. И она делается из полиэтилена или полипропилена. С полипропилена, кстати, больше получается. С конфигурацией 1. Забираем нашу конфигурацию. Помещаем ее сюда. Это еще не все. Она делается с серной кислотой. Откуда мне взять серную кислоту? Кто мне может сказать? Сульфурик. Я честно надеюсь, что у меня где-то в сундуках есть. Потому что, ну блин. Еще какая-то сульфурик нафта есть. Гидроген сульфид. Опа, 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 опа. Оп, оп, оп. Гидроген сульфид нет, мне не то дает. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Где? Дай. На выходе кислоту. Ей! С водой. С водой я получаю. Смотрите-ка. 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 Это должны быть вот такие уотерселлы. Это замечательно. Мне нужны обычные уотерселлы. Я смогу обычные уотерселлы отсюда набрать? Могу, но они куда-то не туда появляются. Видите, я набираю, а их как бы и не прибавляется. Вот есть 6. А я могу просто так сделать? Да ты моя лапочка, стой. Что-то кратное надо. Еще одну. Вот. И сюда еще 18 этих. Сейчас мы это все смешаем. Откуда я вот этот сульфид набрала-то? Кто-то помнит? Я не помню. Честное слово. И что мне надо с этим сделать? Просто смешать. Вот в химическом реакторе. Просто где-то под конец было. Вот-вот. Просто смешать. Просто смешать. Смешать и вылить наверх, чтобы я потом забрала это все. И это надо сразу помещать в универсальные капсулы, потому что я потом не вылью. У меня не хватает универсальных капсул, да? У меня есть. У меня всего хватает, просто они не под руками. У меня какой-то крипер вот там в уголочке заспавнился и, короче, не хочет уходить. Так, универсальные капсулы есть. Полные карманы этих капсул. Ужас. Ужас. Во все тяжкие, блин. Теперь вопрос. А, это не вопрос. Я подумала, почему же не выливается наверх? Да потому что ты не повернула жопкой кверху. Вот и не выливается. Отлично. Отлично. Это у нас какие? Это у нас самые обычные селы. Вот. И у нас тут кислота. Серная. Главное, ручки не обжечь. О, я вам расскажу. Я тут на днях перекисью концентрированной. Так себе ручки обожгла. Не играйте, дети, с химией. Бу-бу-бу-бу-бу. Что теперь? У меня есть кислота. У меня есть полиэтилен. Мне надо повернуть, чтобы я могла туда вложить то, что мне надо. Мне надо взять полиэтилен. Конфигурация на 1. И раз, два, три, четыре. И 16 ведер сюда. Кажется ли мне это магией? Еще какой! Просто какой-то фан, блин, тастической магией. Честно. Немножко облажалась. Я не посмотрела, сколько оно использует. Оно не использует целое ведро, ребят. Смотрите.
Оно не использует целое ведро. Нет, я могу сюда еще пластин докинуть. То есть у меня два ведра ушло на 16 пластин. Значит, у меня здесь стек и еще 48. Это очень много. Это очень много. Блин, что я могу с тобой сделать? Именно в химическом реакторе. Смотреть, что я могу. У меня нету такой штуки. Это мы проделали уже. Вот, проделали. Такое потом. Ой, смотрите, я могу... Ой, я могу такое вот сделать. Соль, содиум... Нет. Сейчас поищем что-то. А пока у меня доделываются пластины, хочу вам рассказать, что произошло с картиночкой к прошлой серии. Надеюсь, что вы заметили. Надеюсь, что больше, чем один человек заметил, что что-то было не так с картиночкой. И это была пасхалочка, это была картинка из прошлых сезонов с новым логотипом типа горизонтов, но картиночка из прошлых сезонов. И первый комментарий человека, который угадал, с какого это сезона, заметил, что что-то не так, и точно назвал, какой это был летсплей, человек получил игру в подарок. Так что я думаю, что я продолжу такую вот... пасхалочную тему, и иногда в каких-то летсплеях будут попадаться вот такие скрытые какие-то фишечки, и первый, кто их увидит, поймет и напишет об этом в комментарии, будет получать какие-то приятные сюрпризики. Мне кажется, что это отличная идея. В общем, что происходит у нас сейчас? Я психанула, я решила не тратить просто так вот эту кислоту. Возможно, она не так ценна, тем более, что у нас стрим. Если вы это сегодня смотрите, эту серию, как только она вышла, то стрим где-то в 12 по Москве будет. Если вы еще не пропустили, то забегайте. И я думаю, что мы на стриме возобновим мои запасы полиэтилена, тем более, что у меня он еще есть в слиточках. А вот эти... пластиночки, эти борды мне пригодятся, смотрите, вот ровно на два стека, мне пригодятся для крафта последующих микросхем. То есть смотрим на эту радость, смотрим, куда она идет, не та буква, куда она идет. Она идет на медиум вольтаж и плюс она идет на покруче. И да, давай. Когда все схемы перещелкаются. Надо было просто с конца щелкать. Вот, идет еще на дата стики. И вот на эти процессор-ассемблеры. На желтенькие, на воркстейшены, какие мне как раз и нужны для нашего полета в космос. Ну, в общем, желтенькие воркстейшены. И что еще? Опять микропроцессоры. Ну и это мы уже все видели. В общем, полезная штуковина. Чтобы ее собрать, что нам осталось сделать? Ну, это уже последняя прям точечка, завершающая нашего этого. Мне надо взять вот этот iron хлорид, хлорин. Можно через него, можно через содиум персульфат. Мне кажется, что я через него буду идти, потому что мне как-то проще. И либо же эту радость. Где мой содиум персульфат? Вот мой содиум персульфат. Это в универсальной, это не в универсальной. Надо перелить. И в результате я сейчас смогу сделать 14 штучек. 14 это уже неплохо. Я планировала 16, но 14 это тоже хорошо. Значит, зальем сначала те, кого меньше. Закидываем сюда наши пластинки. И плюс прокатанную меденьку. Меденьки много жрется. Фактически 6 фойла. Это 1 слиточек. Это 4 фойла. Ну, в общем, полторы слитка. Полторы слитка на эту штуковину. Хотя, если мы обкладываем вот проводочком, мне кажется, что больше идет. Не буду утверждать. Но мне прям так кажется. Вы знаете, девушки, они такие... постоянно что-то кажется. И в результате мы получим 6 из этого, 8 из этого. Отлично. Это просто замечательно. Или его идет не по целому ведру.
Ей, его идет по пол ведра. Ну, по крайней мере, содиум персульфата. А может, вот этого, что делается посложнее и меньше идет? А ну-ка, сейчас посмотрим. Может, мы прям побольше... Кто тут гуляет? Нормальный? Или опять... Блайндинг. Типа ослепляет? Чё такой дерзкий, да? 3 жемчужины. Да. Прекращай. 3 жемчужины. Пришел тут, понимаешь ли. Мне уже тут наделали дырок. Так. А почему с айрон-хлоридом не делается? Потому что нету больше от этого. Да, айрон-хлорида идет меньше. Посмотрите, меньше его идет. Ну, я не знаю. Все равно склоняюсь к содиуму персульфату. Он для меня попроще. Сульфур у меня есть, содиум есть. Я не помню, откуда у меня столько содиума. Я еще вот когда с батарейками упарывалась, тогда я вот натараканила откуда-то. Наверное, выкопала какую-то жилу полностью. Я себя знаю, я могу. Ну что ж, давайте доковыряем. Все, вот из всего, что мы сделали, сейчас посмотрим, сколько у нас получится вот этих пластиночек. Вот такие вот пироги, ребята. Мне кажется, что это отличный результат. Сейчас задание скажет. Та-дам! Супер. Здесь я возьму, скорее всего, сумочку. И у меня открылось задание на Advanced Assembling Machine. Это на вот эту? Что у меня тут в жиже? Глу? Ну, давайте, возьмем его. Есть, и... Воу-воу-воу-воу! Так, я поставлю сначала машинку на место. Потом верну ей батарейку. И попытаюсь осознать происходящее. Что вы от меня просите? Ну, во-первых, не открылось еще задание, потому что мне надо выполнить вот именно это задание. Хорошо. SMD всяческие штучки. Как они делаются? Они делаются из карбон и электрум через полиэтилен. А где мне взять платину? Платина, галлиум фойл, алюминиум фойл и тин силикон. Что? А, тонкий силикон Чё это такое-то? Я поняла, что это как-то через химию надо делать. Это у нас сульфур и поли... Хорошо. Силикон даст и... я не выговорю это никогда. Что это такое? Что за новая жижа? Мне кажется, с этим надо разобраться. Да, мы уже очень близко, но еще не совсем. Так что, если вы смотрите эту серию, как только она вышла, забегайте обязательно на стримчик в 12 часов по Москве, на канале Твича. Я думаю, вы сообразительны, вы найдете, где кнопочки потыкать. И на стриме, скорее всего, займемся возобновлением моих полиэтиленовых запасов. Да, звучит очень странно. Знаете, были такие времена, когда полиэтиленовые мешочки стирали. Вот звучит ровно так же. И еще у меня вот... В этих двух двигателях закончилось топливо практически вот полностью. Видите, его тоже надо бы возобновить. Значит, будем переделывать. Просто обновим веточку производства полиэтилена. И что-то будем думать по запитке вот этих двух красавиц. Меня совершенно устраивает отдельное производство топлива и приносить сюда вот стек капсул закинула. И некоторое количество времени оно меня вообще не волнует. А на этом все. Мы с вами хорошенечко потрудились, разобрались в новой детальке, которая теперь будет встречаться чаще. И я думаю, что вот в таком формате оно мне запоминается больше, чем я сама по нейлазию и пытаюсь что-то найти. А с вами была Флешка, и всем пока-пока!